Всем привет! Сегодня мы на юге Ливана, и сейчас мы находимся возле музея 17-го столетия принца Фахридина. Фахридин? Окей, да, правильно. А второго? Фахридин ту. Фахридина второго. Это область называется... What is the name of this area? Дерл-Амар. 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 Поэтому мы сделаем видео отсюда, потом мы поедем в замок Фахридина, тоже есть его видео, я думаю, вам понравится. Да, вот это вот принц Фахридин, это годы его жизни. Эмир Фахридин Ман второй Легран. Легран? Ага. Окей. Ну вот и здесь. А, это просто... А, это дворец, где он жил. Просто с этого места сделали, ну, как в маленьком дворике сделали кафе. Ух ты, красота какая. Боже мой. And what is here? Who is here? It's all president before. Of Lebanon? Yeah. Ага, это президенты Ливана, предыдущие. And these are the other one there is a general Paul. Bayonet. Mm-hmm. It's French. Mm-hmm. When the French was here. Mm-hmm. It's a door? No. Here also generals from Europe, France. When it was the revolution, mm-hmm. and when they come to Lebanon. Это генералы с Европы, с Франции, они приезжали сюда, когда здесь была революция. And what is the women? Сид, Назира, Джумблат. Джумблат. Who is she? She's famous from government. Ну, она тоже политик. Я думала, что женщин нет политиков в Ливане. It's all historical. Mm-hmm. From the past, you see Daoud Pasha, mm-hmm. Franco Pasha. Mm-hmm. See the years, not mm-hmm. years. Некоторые из них как живые выглядят. And this is this woman also from government? No, she's a wife? From no, from outside, not from where. It's a lady Esther Tanope. Mm-hmm. I think she's Russian or something like this. Stanhov. No, it's not from Russia. It's not Russia. I lost so name. She is a lady, yes. Esther
Stanhof. No. I think no. Так, это следующее помещение. Also in Lebanon. All its presidents? Yeah. Oh my gosh. So a lot. And this woman also, she was a president? No, she is the wife of one of presidents. Uh-huh. Окей, пошли в следующее помещение. Так, здесь тоже у скалы фигура. They are presidents also? Presidents and the general. Генералы президента. Старая машинка. Мустафа. Барбар. Барбар. Ага. Ага. What else? Ух ты. Wait. What is right here? It's a historical thing. Что-то историческое. Окей. Так, идем куда-то вниз. Be careful, it's... Да. Здесь тоже восковые фигуры. She's a singer with microphone. Yeah. Huh? She's famous and still alive now. Ливанская певица, очень известная, которая до сих пор жива. Окей. It's all religion people. Окей. Это все религии. Чампунту. There is San Sharbel? Where is it? Saint Pepper. Ah, Sharbel, Makhlouf. Святой Шарбель очень популярен в Ливане. Это один из главных великих святых.
Очень много, ну, это очень популярное вообще имя, и в прошлый раз мы были в его церкви, не знаю, удастся ли в этот раз посетить, там очень красиво, и снят даже фильм, и не один, о его жизни, о том, как он был причислен к лику святых, но фильм, по-моему, только на арабском языке, но там, по-моему, есть английские субтитры, поэтому, если найдете, посмотрите, очень интересно. And for what this one? Like mirrors. Выход закрыт. And what is this for this one? For what? Стойка какая-то. Зачем она здесь нужна? Я знаю, раковина, шкаф. Мы закончили посещение входа в музей. О стоимости билетов. Дороговато, на двоих стоит $20. За это вы только можете посмотреть, в принципе, все президенты, которые были здесь, да, делать очень интересные снимки. В общем, сами решайте, будет ли вам это интересно за такие деньги. А мы идем дальше.